Как эффективно собирать данные, структурировать, чтобы они точно пригодились в учебе, рассказали студентам из ПБГУ специалисты Яндекс.Толоки, сервиса, благодаря которому можно научиться зарабатывать деньги в свободное время. На этом тьюториале мы расскажем немножко теории о том, что такое краудсорсинг и как нужно правильно и быстро, и масштабированно, и оптимизированно собирать данные и размечать их. И также у нас будет практическая часть, где мы покажем прямо вот на практике, на компьютерах, как запускать проекты в Толоке и получать хорошие результаты. Этот обучающий курс давно зарекомендовал себя на ведущих мировых конференциях по анализу данных. По словам аналитиков Яндекс.Толоки, залог успеха в краудсорсинге – декомпозиция. Чем проще задача, тем больше исполнителей. Они предлагают разбить большую и сложную задачу на несколько маленьких и только затем подавать на платформу. Но это лишь одна из деталей их работы. Получить размеченные фотографии, где, например, машины размечены одним цветом, дорога другим цветом, люди другим цветом. И чтобы потом беспилотник еще лучше ориентировался на местности, в принципе, можете попросить миллионы людей, которые сидят на этой платформе, сделать что-то, что вы хотите. С 2014 года компания Яндекс участвует в подготовке бакалавров в сотрудничестве с лабораторией Чебышева Санкт-Петербургского государственного университета. Программа «Математика, алгоритмы и анализ данных» готовит специалистов в области математики и информатики. Обработка информации – это основа любой исследовательской работы, поэтому научиться грамотно и эффективно применять навык на практике необходимо всем универсантам. Юлия Устигова, Вячеслав Макаров, Алексей Чубко, медиацентр СПбГУ.